В общем, вот такой вот у меня шаблон. Шаблон от производителя 3D Help. У парня есть своя группа ВКонтакте. Делает он их на своем, получается, станке, на своем 3D принтере. То есть две вот половинки, основной шаблон. Внутри серая вставочка. То есть вот эти вот обозначения 45 мм, соответственно, вот у меня защелки сегодня. Это под защелки. Вот здесь вот переворачиваем. 50 мм обозначено, переворачиваем. И можно уже будет устанавливать замками. Между собой соединяются пластины. Довольно-таки легко. Одной рукой только нелегко. Сейчас я это попробую сделать. Так, язычок явно мешает. Все, вот утянули. Утянули. И получается у нас следующее. То есть вот у нас квадрат. Квадрат. Ручка стала все плотненько. И соответственно у нас выдержаны везде углы. И при прикручивании ручки и потом последующем уже накладку, когда будем фиксировать, у нас разницы никакой нигде не будет. Таких серых шаблонов, то есть основной черный шаблон, вставочек серых. Вот их очень много. Производитель Морелли, потом тоже Морелли, я так понимаю, Сула, но это вот под более такие тяжелые ручки. Потом под круглые ручки. Просто разметочная есть вставочка. Разметочная вставочка. Есть отдельно, то есть где-то бывает там пластинки побольше, то есть специально вот он проставку тоже вкладывает. Потом под квадраты, это под завертки, чтобы тоже всю центровку сделать так, как надо. Так, это у меня вставки уже просто от ручек. Тоже это, как, наверное, многие монтажники, бывают всякие такие вещи, в общем, себе забирают. В общем, сейчас прикручу, поставлю накладки и покажу вам, то есть, насколько это действительно как бы легко и просто. Ну вот и все, ручку на место прикрутил. Занимает это буквально от силы, ну, может быть, ну, секунд 20. То есть все, ручка у нас спозиционирована, то есть все ровненько, накладка ровненько. Очень сильно рекомендую. Вот такая вот вещь.